Работы по сносу дома продолжились в понедельник. Рабочие уже демонтировали около половины строения. Дом на улице Красной, сгоревший пару недель назад, больше года оставался нежилым после того, как его покинули последние жильцы. После пожара городские власти признали здание аварийным. Объектом культурного наследия оно не являлось, поэтому и подверглось сносу. Мы спросили устюжан, что, по их мнению, может появиться на месте сносимой постройки. Как считаете, что вот можно построить на месте этой развалины? Красивый домик. Что можно на месте этого дома построить? Чего-нибудь, не знаю. А что можно построить на месте этого дома? О, не знаю, наверное, жилой дом. Другие магазины. Дом жилой. Новый дом. Какой? Да, семейный. Ну, какой-нибудь другой красивый дом. Такой, чтобы был по старинку так, чтобы оригинальный, не как такие серые коробки, а что-нибудь такое интересное. Аварийных домов в Великом Устюге еще немало. Они не только портят красоту Великого Устюга, но и угрожают безопасности горожан. В ближайшее время будет снесен еще один аварийный дом на перекрестке Энгельса и Советского проспекта, а также ветхое здание на улице Сахарова рядом со сквером Нагорный.